Как вбирать в себя все, что связано с искусством, когда с ним связано все вокруг? Как не сойти с ума от перенасыщения информации? На эти вопросы попытался дать ответ герой фильма «Артоголик» Уда Кир. Документальный фильм не найти в интернете, его показывают на фестивалях кино, один из которых прошел в Казани в Центре современной культуры «Смена». В зале затаили дыхание и наблюдали, как человек способен жить для искусства, быть искусством. Уда Кир – отчаянный поклонник искусства, а фильм «Артоголик» – это путешествие с Киром по мировым мекам художественного мира, музеям искусства в Париже, Кёльне, Берлине. Здесь же и встреча главного героя со старыми друзьями, известными художниками, как Розмари Трокель, директорами галерей и музеев, и, конечно, со всем узнаваемым режиссером Ларсом фон Триером. Стоит отметить, что уникальностью фильма для казанцев стала особая манера разговора об искусстве. Но фильм был второй очень сатиричен и ироничен. Он был, было много в нем язвительности. Это прям как раз-таки про современное искусство, как раз-таки конца 20 века. А вот этот актер, он, я смотрю, пообщаться успел со многими художниками того времени. И вот эта вот ирония, вот она на него перескочила очень хорошо. И он олицетворял в себе очень много тех мыслей и тенденций. Это вот юмор на грани психического расстройства. Он очень интересен. О творческом пути людей искусства поведали документальные фильмы в рамках фестиваля «Перформ». Подобный показ об искусстве прошел в Казани впервые. Как отмечают организаторы, казанского искушенного зрителя все труднее удивить, ведь здесь интересуются актуальными течениями в искусстве. Но каждый фильм говорит о чем-то своем, но вообще организаторы в Москве ставят акцент на личности, на роли личности в искусстве, о том, как большие свершения, о том, какие-то прорывы в искусстве совершали конкретные люди, и фестиваль – это способ о них поговорить, о именах. Организаторы «Смены» приглашают всех, конечно, не сойти с ума от искусства, но немного соприкоснуться с ним через книги и общение с людьми творчества на книжном фестивале, который пройдет в Казани с 18 по 19 июня. Анастасия Иванова, Универньюз.